А вот тоже попробую снять на видео. Невероятное количество информации может передаваться со скоростью света. Для этого данные кодируются в инфракрасном диапазоне, и каждая длина волны используется как независимый канал. Световые сигналы таким образом передаются на большие расстояния с помощью волоконно-оптических кабелей. Это дает нам возможность отправлять сообщение из пункта А в любой пункт Б на земном шаре с максимально высокой скоростью. Фильм? Вообще. А, нет. Вы сами производите? Мы шьем, да, мы сами шьем. Сейчас я вам сходим там до швейного цеха. Придумали не мы. Я даже не знаю, кто придумал это. Это за рубежа. Земля обращается вокруг Солнца на расстоянии 150 миллионов километров. И лучу света нужно около 8 минут, чтобы преодолеть это расстояние. Но свет не только скорость. Это важный источник энергии. Солнечные батареи трансформируют его в электричество. Ну, у нас вообще 30 фильмов, а в 30 фильмов в каталоге, а вообще в комплектах, там, смотря что за комплект, 8, 12, 16 и 18. Ну вообще да, в основном про космос. Поставить вам? Что?